просим в завершение, по традиции, прочитать совместно с нашими зрителями молитву. Ко Пресвятой Богородице помолимся. О Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице, со страхом, верою и любовью, предчестную икону Твою припадающей, молим Тя, не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирную страну нашу, Церковь же свою святую непоколебиму да соблюдет, и от неверий, ересей и раскола да избавит. Не имамы, бо иные помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева? Ты еси всесильная христиан помощница и заступница, избави же и всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапной смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление прегрешений. Да все благодарни, воспевающие величие и милости Твоя, являемые над нами сде на земли, сподобимся и небесного царствия, и тама со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Аминь. Благодарим очень за молитву.